Состав аптечки походной. Много чего тут есть, может быть что-то лишнего, но каждый для себя определит, все, что не нужно, можно не брать. Я так в расширенном варианте, значит, сразу скажу, что ношу в сумке стандартный вот такой, от гражданского противогаза. Значит, по мере того, как будем рассматривать, я буду это дело скидывать в сумку, чтобы не мешался. Ну, начнем тут с перевязочных материалов. Лейкопластырь в рулоне. Вата бактерицидная, так, по-моему, да, стерильная. Вата стерильная, не стерильную брать нет никакого смысла. То есть из стерильной всегда можно сделать не стерильную, наоборот, тяжело. Кстати, ее же можно использовать для растопки. Так, жгут кровоостанавливающий, ну это понятно. Продолжаем, перевязочный материал. Так, бинт стерильный, на всякий случай 2,7 метров на 14 сантиметров, ну пошире, короче, из, опять же, из широкого узкий можно сделать всегда, наоборот, никак, и опять же стерильный. Так, пластырь бактерицидный, желательно все брать стерильно бактерицидный, значит, пластырь бактерицидный содержит в себе и антибиотик, там, по-моему, и волеутолитель, и все дела, значит, там еще пластыри какие-то, вот, салфетки, значит, бактерицидные, кровоостанавливающие, ну, в общем-то, это понятно все. Йод, ясно для чего. Так, вот эти две штучки. Значит так, траксивозин, растяжение и тому подобное. Всякие эти самые, со спиной дела там, потянул спину, что-то заболел, значит. Теперь вот этот, ни разу не пробовал, мне его, значит, продали как противоожоговое. Так, Бепантен плюс, не знаю, что это такое, ну, можно, дай бог, не пробовать никогда, но вот на всякий случай. Раньше противоожоговая была аэрозоль, но вот теперь мне посоветовали такую штуку. С антибиотиком, мать, короче, полезная вещь. Так, глазолин, ну, ясно, от насморка. Так, вот эта штучка. Значит так, калий, перманганат, ну понятно, значит, антисептик, вода, желудочная и тому подобное. От глистов препарат дали, тоже никогда не пробовал. Пирантел называется, вроде знакомое название. Так, это что у нас? Перекись водорода, большой флакон. Так, лезем, да, кстати, вот эти вот пакетики, которые продаются там 1000 штук, там что-то типа... 50 рублей, вот надо бы купить, конечно, приобрести, потому что очень удобно. И дополнительная, значит, как бы защита от влаги, если там под дождь попал или в воду упал куда-то, хоть что-то останется живо. Так, левомицетин, антибиотик, анальгин, волеутоляющий, уголь активированный, побольше стерилизовать воду. К сожалению, нету таблеток для стерилизации воды. Пробовал купить, ничего не получается. Так, антиаллерген. Это у нас, наверное, супрастин, да, точно. Супрастин. Дальше здесь что? Валидол сердечное, нитроглицерин, то же самое. Стрептоцид. Очень полезная вещь в порошке. Но, к сожалению, выпуск его прекратили, приравняли там, похоже, его к наркотикам. Бред, конечно, полный. Вот. Но вот из старых запасов, то, что осталось, там срок годности очень большой, поэтому очень полезная вещь, рано присыпать. Так, это что тут такое? Имодиум, желудочный, ясно, да? Желудочный тоже написано. Да, кстати, если непонятно что, лучше подписывать фломастером, ну, например, там вот здесь вот, крупно, там, желудок. Вот, мизин форте, ну, это тоже желудочный. Так, шприцы, пару штучек. Не знаю зачем, новокаин не беру, потому как большой объем очень, новокаина надо брать с собой. Иначе смысла от него никакого нет. Ну так, на всякий случай, шприцы, мало ли, может, кому-то потребуется. Попить, опять же, через него можно, как трубочка. Так, скальпельное лезвие купить невозможно. Обычное лезвие берем от обычного ножа.
Пастеризовать можно, соответственно, спиртом. Вот, кстати, спирта нету. Спирт надо добавить обязательно. Швейный материал. Мало ли там ранку какую-то зашить. Значит, опять же, специфического швейного материала не достать. Обычная игла швейная, которую можно пастеризовать, которую можно на огне, на зажигалке загнуть, сделать именно швейную иглу. Сам швейный материал тоже обычная шелковая нить. Обычная швейная шелковая нить, которую стерилизовать при необходимости можно спиртом. Так, в этом пакетике. Цитрамон. Головная боль, да? Парацетамол. Воспалительные процессы, связанные с простудой. Тоже цитрамон. Так, это, наверное, травесил, это от горла, да, без сахара. Ну, сосательные таблетки, это, наверное, то же самое, да? Никсорал, да. Так, кислота аскорбиновая. Ну, на всякий случай, всегда можно тоже подлечиться. Полезная штука. Добавить, если в какой-то отвар, в чай, значит, сильно хорошо поддерживает силу организма, значит, мобилизует. Полезная вещь, аскорбиновая кислота. Так, ацетилсалициловая кислота. Аспирин, ясное дело, да? И цитрамон, пи тоже. Тоже цитрамон. То есть цитрамон такой, у меня остался чуть-чуть из старых еще тоже запас. Надо поменять было на свеженький. Так. С этим все. Ножницы обязательно. Значит, что-то отрезать, бинт отрезать. Причем ножницы должны быть вот такие вот, вот прикольные, с лапочкой. То есть, когда ты вдоль, на себе не буду показывать, вдоль кожи их пихаешь, значит, и какую-то повязку перерезаешь, не повредив кожу. Полезная вещь. Так, клей БФ. Ну, ясно, да, рану можно любую там заклеить. Это самое. И какая-нибудь бумажечка с карандашиком. Это всякие... Не дай бог, конечно, но при перетяжке ран, при сильных ранениях, значит, надо под жгут обязательно положить время перетяжки. Ну, в общем-то, и все. И остался спирт, который надо обязательно добавить. Причем спирта надо добавить много, ну как, относительно много. Ну, грамм 250-300, чтобы было спирта с собой всегда. Спасибо. Дай бог вам здоровья.